Коварный плюс. К концу недели погода резко сменит нрав. Похолодание метеорологи обещают уже начиная с воскресенья. Ветер усилится, ожидается дождь со снегом. 27 марта в народе Венедиктов день. Мороз в эту дату, уверяли предки, сулил длительные заморозки. Гром, урожайное и плодородное лето. Завтра синоптики обещают переменную облачность без осадков. Температурный столбик днем покажет 13 тепла. Ночью до 5 с плюсом. Ветер восточный умеренный. Атмосферное давление в течение дня меняться не будет. Кристина Риянс, Павел Зуев, Бобруйск 360.